Сегодня 23 февраля. Кирилл, где твой подарок? Крутой, да? Он сам выбрал, мама только подарила. А Никита там уроки немножко не доделал. Ну, Никита потом свой покажет. А вон он у него лежит. Его подарок. Наушники, впрочем, такие вот. Ой, ой, поймал мячик. Ой, шарик поймал, поймал. Давай, унесем его. Шарик. Да? Опять он к тебе лезет, шарик. Алло, сейчас возьму. Все, ты наигрался уже? Наигрался? Вот, на, книжечка. Какая хорошая мягкая книжечка. Эти тоже хорошие книжечки, но он в основном только музычку слушает на них. А это прям он ее и так, и сяк мнет. Хорошая книжечка. Шарики до сих пор по всему дому летают. Один только немножко сдулся. Это... Какой зовут? Пальма. А так остальные... Этот вот я его как привязала, так он привязанный. Висит еще тут где-то. В общем, они у нас по всему дому. К нам сейчас приходили гости. Заловка с сыновьями, с мужем. У нас тут чаепитие такое утреннее было. И вот такой букетик она Олегу подарила. Сейчас я, Ванька, положу играться и покажу поближе. Папа там играет с ним. Вот такой букетик. Делала она его сама. Сейчас он у нас в холодильнике был. Тяжеленький достаточно. Вот я одной рукой приподнимаю, и вот в напряжении рука. Заловка у меня, конечно, большая рукодельница. Ей вот прям интересно вот все вот эти вот подделочки. Корзинки мы вам показывали, какие корзинки она делает. И она создала свой канал, где это все показывает, как она делает. То есть делится, ну, такими небольшими мастер-классами. Может быть, кому-то пригодится. Я ссылку оставлю в описании. Кто-то, может, захочет тоже сделать. Вот этот букетик она тоже снимала. Видео тоже будет у нее на канале. Может быть, кому-то пригодится. И вы захотите своему любимому тоже на день рождения или, может быть, на какой-то другой праздник подарить вот такой вот букет. А Олегу, я помните, тоже большой такой букет. Тоже вот со всеми этими вкусностями дарила на годовщину свадьбы. Но я его заказывала у девочки. Вот у нас в Октябрьске тоже занимается такими букетиками. А Виолетта вот сделала сама. Она и отцу сделала такой же букет. Конечно, это не из дешевых удовольствий вот такие вот букеты делать, потому что она поделилась, сколько она потратила на продукты. И я вообще не понимаю, когда спрашиваю цену букетов вот таких и говорят, ой, как дорого. Если вычесть все, что вообще здесь содержится, а еще транспортные расходы, потому что это все не продается в одном месте, то есть ты по-любому ездишь по магазину, все это покупаешь. Это так же, как и для тортов. И если все это вычесть, то получится, что не так уж и много остается то есть за работу. То есть не такой уж и большой доход с них, с таких букетов имеет рукодельница, мастер. А так, посмотрев различные обучающие видео, вы можете сами такой создать. На улице у нас сегодня морозец небольшой и снег. Он припорошил все. Сейчас самое опасное, потому что под снегом лед. Сейчас мы едем в Сызрань. Пока выходить туда не буду. Мы сейчас едем в Сызрань, делаем сюрприз для наших мужиков. Мы там забронировали в боулинге дорожку. Они еще пока не знают, куда мы едем. Едем всей нашей большой семьей. Там и сестра с мужем, и Олеся с Сашей. Кстати, у нас у Саши сегодня еще день рождения. Ему 7 лет исполняется. В общем, у нас двойной праздник. А про Виолетту я не договорила немножко. Я вообще всегда за творческих людей. За любое творчество. Касаемо кондитерки, вязания, шитья. Неважно. И всегда буду поддерживать таких людей. Таких вот активных, творческих мамочек, жен. И если вам не сложно, то тоже поддержите ее. Зайдите на канал. Поставьте лайк на понравившееся видео и подпишитесь. Кирюша. Всем привет. Привет. Добрые молодцы мои. Так, большой семьей идем. Сейчас там еще догоняют. Это мой племянник Владик рядом с Леной. Он же мой крестник. Такой вот взрослый у меня еще есть сынок. И
Нет, мы в боулинг приехали. Ты чё, говорит, кинул? Ничего, не слышно, что ты здесь. Нет, подожди, это как бы... Нет, все, идем дальше. Все, наигрались. Понравился им подарок. Сейчас они, Алиса поедут, Саша там планшет покупает на день рождения, подарок. У нас как и у всех детей. В общем, все родственники сложились. И там вот... И мы такой подарочек. А мы поедем сейчас к нам домой. Сейчас заедем только за роллами. Я заказала их заранее. Сейчас должны быть готовы уже к этому времени. Давай, иди, сынок, садись. Вот, и все к нам. 6 часов. Все у нас будут. Так, полный дом гостей. Шашлык уже мужики пожарили. Так, здесь тоже все готово. Мясо уже поставили сюда. Разошлись наши гости. Пацаны у меня уже все спят. Олежек там закружает посудомойку. Не показала, что подарила своему главному мужчине. Честно говорю, я не знаю, что дарить. Я ему так, в принципе, и сказала. Ну, и что-то из техники, либо связанное с техникой. Я в этом нифига не разбираюсь. И сейчас подарю, а ему, может, это не нужно. Или подарю фигню какую-нибудь. В общем, взяла туалетную воду. Лакост. Ну, это... Из всех предложенных мне вариантов, мне понравился запах больше всего. Вот этот именно. Потому что Lacoste там тоже несколько было предложено запахов. Босс еще. Труссард тоже еще давали мне запах. Ну, на пробничках девчонки. Вот этот вот более-менее оказался. Я так думаю, подойдет моему мужу. Да и в парфюмерии, в мужской я тоже, если честно говоря, не разбираюсь. Я просто... как бы принюхивалась к запаху и представляла, то есть вот нравится мне, если так будет, если такой запах будет носить мой муж или нет. Вот это понравился. Я надеюсь, ему тоже понравится. Он, конечно, сказал спасибо огромное, поцеловал, но еще не разворачивал, еще не знает, какой там запах внутри. На сегодня будем заканчивать этот влог. Всех мужчин с прошедшим праздником. Правда говорю, не знаю, когда выйдет этот влог. Но всех с прошедшим праздником. Всем до завтра. Всем пока. Сделаю небольшую вставочку в этом влоге. Объясню немножко, кто у нас кто. Потому что появляются новые подписчики, а я по имени говорю своих родственников. А некоторые не знают, кто сестра, кто племянница, вообще кто есть кто. У нас в семье вообще
три сестры. Старшая Юля, средняя Лена и младшая Вика. У Юли у нас две дочери. Это Машенька и Яночка. Машенька живет здесь, а Юля со своим супругом и с Яночкой живут у нас очень далеко на севере. У Машеньки, у старшей дочери Юли, есть Софийка. Вы ее иногда видите в моих влогах. У средней сестры Лены, она у нас золотая серединка. У нее и мальчик, и девочка. Старшая девочка – это Настена. Она же у нас вот и крестная у Ванечки. Вы ее много раз видели в моих влогах. И ее дочку Миланочку тоже. Но Настена у нас тоже сейчас пока уехали. Поэтому во влогах вы ее сейчас не будете видеть и очень долго еще не будете видеть, только летом приеду сюда. Сын моей средней сестры Владислав, он же мой крестник, мой племянник. Вы его вот сегодня видели в моем влоге. Вот такой вот у меня еще есть большой сынок, самый старший. Он работает в Тольятти, поэтому тоже очень редко здесь появляется. Ну и супруг моей средней сестры Юра, он у нас, дядя Юра я обычно его называю, то есть дети, потому что его так называют, он тоже наш куб, он у Ванечки крестный. Есть у нас еще одна сестра, но уже двоюродная, это Олеся, она в августе месяце сюда переехала на ПМЖ, рядом с нами, здесь вот купила квартиру, практически на одной улице живем, мы все рядышком здесь живем, за исключением северян вот у нас. И вот Владик, то, что он работает в другом городе. А так мы все рядышком, все поблизости, все праздники и выходные мы проводим, стараемся проводить вместе. Олеся у нас воспитывает сына, Санек, Саша его зовут. Вот у него как раз вот в этом влоге у него был день рождения, ему исполнилось 7 лет. У нас они с Кирюшей, получается, погодки. И вообще я не знала, что она тоже беременна, потому что я приехала в Чимкент, у меня был 6-й месяц беременности с Кириллом. И вот только мы узнали, что и Олеся тоже ждет ребенка. У нас ровно месяц разница. Она 23 февраля родила, а я 23 января. Он тоже первоклашка, как и Кирилл, только он учится пока в другой школе. Хотим, конечно, перевести в Кирюшину школу, чтобы поближе было, потому что живут они недалеко от нас, а приходится ездить на автобусе в другую школу. И, в принципе, все. Остальных, то есть свекры со свекровью, вы их знаете. Заловка Виолетта, она тоже мелькала в моих влогах. Давно, правда, это уже было. Она же у нас и репетитор по английскому, она занимается репетиторством. Она же и плетет вот эти корзинки, которые я вам показывала неоднократно. В общем, она у нас большая рукодельница. И вот в этом же влоге я сказала, что у нее появился свой канал. Это старшая сестра моего мужа, единственная сестра. Ну и мою маму вы тоже все видели. В общем-то, все у нас из родственников. Больше никого нет. Посторонних людей я не снимаю, стараюсь, чтобы они попадали в кадр. Ну и члены моей семьи нет-нет, да попадают вот в кадр. Ну, чтобы вы просто как бы ориентировались, когда я говорю по имени, кто есть кто. Ну, вот и все, наверное, что я хотела сказать. Посчитала нужным внести некоторую ясность. Будем прощаться второй раз уже за этот влог. Спасибо, что смотрите меня, что ставите лайки, что комментируете. Всем до следующего влога, всем пока!